С чем связано исчезновение Петра Чернышова? В Сочи-парке стартовал летний сезон шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В спектакле заняты знаменитые фигуристы. А вот имени Петра Чернышова поклонники в списке звезд шоу не обнаружили. Пользователи сети обсуждают, почему муж Анастасии Заворотнюк пропал. Они считают, что Петр отказался от работы, чтобы быть рядом с тяжело больной женой. Возможно, состояние актрисы могло ухудшиться, ведь ранее дочь звезды Анна Заворотнюк вылетела в Россию. Последние полгода девушка жила в Дубае, но недавно сообщила о том, что возвращается в Москву. Хореограф ледовых шоу «Навки» Никита Михайлов объяснил: «Летом Петр занят подготовкой других проектов. С приходом зимнего сезона он вернется к своей обычной работе у «Навки». О состоянии звезды моей прекрасной няни мало что известно. Родственники Анастасии не делятся новостями о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк борется с опухолью головного мозга».